Пятилетний мальчик получил серьезную травму головы. Ребенок упал с трибуны Ледового дворца Карандин-арены. Это произошло во время хоккейного матча. Ребенок находился с мамой, а его отец в это время играл на льду. На видеозаписи зафиксирован сам момент падения. ЧП произошло из-за отсутствия необходимого ограждения на трибунах. Кстати, это четко видно и на фото. В Следственном комитете заведено уголовное дело, устанавливают обстоятельства происшествия. Также следователи в ближайшее время проверят Карандин-арену на соблюдение всех требований безопасности. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом Б части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья, совершенных в отношении лица, не достигшего 6-летнего возраста.